Здравствуйте, друзья! У нас сенсация. Администрация Кяхтинского района разместила лот «Поставка сувенирной и подарочной продукции». Надо сказать, что лоты, подобные этому, появляются довольно-таки часто. Обычно за этим странным названием скрываются всякие рамочки, грамоты и прочая дребедень. Но чиновники Кяхты пошли дальше. На 265 тысяч рублей они решили купить 45 комплектов постельного белья, несколько десятков наборов посуды, 7 микроволновок, 10 блендеров, десяток чайников, еще кое-что по мелочи и 10 самоваров. У самовара я и моя Маша, а за окном давно уже темно. Как в самоваре, так и песня Саша, смеется месяц весело в окно. Маша чай мне наливает, а взор ее так много обещает. У самовара я и моя Маша, прикуску чая пить будем до утра. Всего более 350 позиций. Видимо, мужчины администрации Кяхтинского района активно готовятся к 8 марта и решили, что районный бюджет – это отличное подспорье в кризис. Не секрет, что чиновники любят, когда вокруг них все блестит, сверкает и благоухает. Вот и на этот раз полюбившийся нам хозяйственно-транспортный комплекс главы Бурятии решил закупить на 500 000 чистящие средства для автомобилей. С одной стороны, радует, что на мойку тратиться не придется. Но с другой стороны, в закупке присутствуют явные излишки. Например, чернитель и полироль для шин. Он придает блеск шинам автомобиля. Или 100 кг полироля, который придает матовый блеск и приятно пахнет. А хит этой закупки, внимание, 25 литров силиконовой смазки. А мы напоминаем, что руководство страны призывает чиновников на местах экономить и урезать расходы. На первый план выходит принцип рачительного, конечно, адресного использования бюджетных средств. В том числе это значит, что эти ресурсы должны направляться на социальную защиту тех граждан, которые действительно нуждаются в нашей поддержке. До встречи через неделю.